Ну, это несерьезно. Я, если такое съем, уже через 5 секунд голодным буду. Ха-ха! Ох, ё-моё! Чё это было-то? Не знаю. Что-то мне подсказывает, что это Васян что-то учудил. Но пошли посмотрим. Ха-ха, хвостик! Это и правда он! Здорово, Васян! Чё это за звук такой был? Ты чё, не успел затормозить и на машине в мой дом врезался, что ли? Хе-хе! Приветствую вас, земляне! Мой корабль совершил аварийную посадку. Не очень удачную. Васян, ну какие земляне? Какой корабль? Ты чего вообще? Я никакой не Васян. Мое имя Старкот. И я прилетел к вам из далекой-далекой галактики. Хвостик, походу Васян не слабо так головой стукнулся. Похоже на то. Эй, Васян, или как там тебя, Старкот, сними шлем, подыши свежим воздухом, может, тогда тебе полегчает? Неплохая идея, я слышал, что воздух на Земле очень хорош. О, и правда, кислород, ням-ням-ням. Васян, а ты чего позеленел-то? Чая зеленого перепил, что ли? Или огурцов объелся? Или нет, может, лука зеленого переел? Или арбузов захавал штук 100? А хотя не, арбуз же красный, ты бы тогда красным был. Или ты зеленых арбузов навернул в вагон другой? Ха-ха! Ничего такого я не ел. Я питаюсь солнечным светом и кислородом. У вас на планете он очень вкусненький. Бубушенька, похоже, это никакой не Васян. Похоже, это и правда пришелец какой-то. Ох, ё-моё! Мало того, что позавтракать не успел, так еще и инопланетяне всякие в мой дом врезаются. Бубу, надо бы узнать, зачем он здесь. Может, ему нужна наша помощь? Это можно. Эй, Старкот, ты зачем здесь? Я прилетел, чтобы захватить вашу планету. Чего? Ваша планета находится ровно в центре Вселенной. И мы сделаем из нее межгалактическую парковку. Воу-воу-воу, инопланетюга, ты чего? Попутал, что ли? Мы вообще-то живем здесь. Вам придется улететь с этой планеты. Или мы вас всех уничтожим. Погоди, Старкот. Наша планета не подходит для межгалактической стоянки. У нас здесь столько всего интересного. Да-да, столько крутых игр и столько вкуснющей еды. Еда? Я люблю поесть. В этом мы с тобой похожи. Ха-ха. Давай я тебя угощу чем-нибудь вкусненьким. Я уверен, что после этого тебе не захочется захватывать нашу планету. Это вряд ли, но от еды я не откажусь. Идемте тогда на кухню. Бубушенька, чем будем угощать нашего инопланетного гостя? Конечно же, самым лучшим. Для начала возьмем вкуснейшего сачка. Пару штук. Давай еще возьмем фруктиков. Клубничку и ананас. А из овощей что возьмем? Хвостик, ну какие овощи? Мы тут пытаемся его уговорить не захватывать нашу планету. Значит, нужно угощать его только самым вкусным. Поняла. Тогда давайте возьмем мороженка и пончик. А из основного рыбу и курицу. И еще лобстера. И давай тогда кусочек торта возьмем. Не кусочек, а 3 кусочка. Мне очень нравится наша планета, и я не хочу с нее переезжать. Хорошо, хорошо. Ну что, Старкот, давай пробовать. С чего начнем? Не знаю, вам лучше знать. Хорошо, тогда давай сначала попробуем основные блюда. Начнем с курочки. Ммм,
Очень необычный вкус. Мне нравится, но очень маленькие порции. Во-во, я тоже так думаю. Порции могли бы быть и побольше. Давайте дальше пробовать. Только в этот раз закидывайте сразу несколько, чтобы я хорошо мог распробовать. Хорошо. Ух, хорошо. Неплохие у вас основные блюда. А что там по десерту? Тоже закидывай все и сразу. Сначала держи фрукты. Ох, сочно, прикольно. И теперь десерты. О, вот это супер класс! Жителям моей планеты очень понравилась бы такая еда. Решено! Магазины мы оставим, чтобы можно было такую вкусную еду есть. Но все остальное под снос для межгалактической парковки. Да ё-моё, Старкот, у нас не только еда классная, у нас и все остальное супер крутое. Что-то я в этом сомневаюсь. Чё, не веришь? Так я тебе докажу. У нас есть супер крутые игры. Игры — это я люблю. Вот видишь, у нас столько всего общего, нельзя отбирать у нас планету. Вот, давай я тебе покажу свою самую любимую игру. Она называется «Прыгающий кот». Ну, давайте посмотрим. И что здесь нужно делать? Нужно прыгать вверх по веткам деревьев. Кто пропрыгает выше, тот и победит. Деревья? Никогда раньше не видел деревьев. Ух, какие они красивые, зеленые, статные. Прям как я, мне нравится. А прыгать по ним тебе еще больше понравится. Погнали! Воу, вот это круто! Уж я-то плохого не посоветую. Хвостик, а пока мы с инопланетюгой прыгаем, а помнишь, мы в прошлой серии вопросики зрителям задавали? В одном мы спрашивали, есть ли у ребят нелюбимый овощ. И что ребзя написали в комментариях? Большинство написали, что нелюбимый овощ есть. А что по поводу второго вопроса? Мы спрашивали, что друзьям нравится больше, айфон или андроид? По этому вопросу мнения разделились примерно поровну. Эй, Старкот, кто пропрыгает выше, тот и чемпион. Бубушенька, только ты ему поддайся, чтобы он подобрее стал. Не-не-не, только не в этой игре. Сейчас я тебя уделаю, землянин. Ой! Ха-ха, я победил, я чемпион. Теперь я самый крутой прыгун не только на этой планете, но и во всей вселенной. Ах так? Что-то не нравятся мне ваши игры. О-оу. Я после еды подобрел немного и подумывал оставить вашу планету. Но после такого... Погоди, у нас есть еще игры. Так, может, у вас и футбол есть? Конечно, есть. А ты что, знаешь эту игру? Разумеется, ее во всей вселенной знают. Давай в нее поиграем. Если ты выиграешь, так уж и быть, я не буду вашу планету трогать. Хвостик, я в футбол, конечно, круто играю, но... Васян играет получше, немножко. Давай его позовем. Можно. Эй, Старкот, а ты не против, если вместо Бубу будет другой кот играть? Да-да, это чтобы тебе интереснее было, для разнообразия, хе-хе. Конечно, не против, зовите своего другого кота. Ща. Алле, Васян, срочно приходи в гости. Зачем, приходи и узнаешь, у меня для тебя сюрприз, ага, жду.